не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза. Коммуналка с Татьяной Висбор на радио «Комсомольская правда». Привет, соседи, с вами Татьяна Висбор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостю, музыкальная визитка. Кто бы нам ни говорил, мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил этот в ночь летящий сад, эти фонари и песни, и вся жизнь, когда мы вместе, не воротится назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном, и будильник тикать будет, и пускай тебя разбудит тот, кто так тебе знаком. Может, будет, может, нет, может, время все остудит. Все равно пусть это будет хоть в ближайшие 100 лет. В Александровском саду ветер клейкими листками и далекими гудками шепчет нам, что на роду, в наших правилах простых, нам предписано от века оставаться человеком в обстоятельствах любых. Главное слово – оставаться человеком в обстоятельствах любых. Я знаю, что эта песня прозвучала не до конца, но я хочу сразу сказать всем радиослушателям, и буду повторять это, потому что некоторые песни, которые исполняет присутствующая здесь Марина Есипенко, молчи пока. Тебя пока нет. Здравствуйте, могу сказать? Сейчас я тебе представлю эту возможность, ты повторишь это. Здравствуйте. Песни, которые имеют историю с продолжением. К сожалению, наша программа не имеет возможности целиком их давать, они очень длинные, тогда мы не войдем в наши, значит, замечательные блоки. Но вы можете вполне это найти и на Ютубе, и на официальном сайте Марины Есипенко, так же, как и всю информацию про нее. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Татьяна. Значит, сейчас я еще, значит, всегда делаю следующим образом. Мария Есипенко, российская актриса, народная артистка Российской Федерации, ведущая актриса театра имени Вахтангова, опять-таки ведущая престижной премии церемонии «Хрустальная Турандот». Да. Еще светлое прошлое есть такое. Да. Об этом мы тоже, надеюсь, успеем поговорить. Отечественным зрителям она, конечно, хорошо известна прежде всего по многосезонному телесериалу «Александровский сад», песни, из которого сейчас прозвучало в ее исполнении, а также мелодраме «Все только начинается». Ну, не только там, еще у меня есть. Конечно, я знаю. Есть. Просто скажи, пожалуйста, вот сериал «Александровский сад» — это случайная, счастливая случайность или закономерность, которую ты как-то ждала или подгадывала, потому что это очень удачный сериал. Ну, я надеюсь, как меня учили, что случайная закономерность и закономерная случайность — все не случайно в нашей жизни. Uh-huh, uh-huh. Алексей Пиманов, который являлся режиссером и продюсером этого фильма, uh-huh. он очень любит песни Олега Митяева. Uh-huh. И он попросил для этого фильма, который состоял из 3 частей, 11 серий, был. Это я не помню уже в каком году, да, угу. цикл потом, значит, 8, и еще, по-моему, 12 потом. И Олег с удовольствием написал для этого фильма песни, одну из которых я исполнила от имени лица своей героини.
Анны Татищевой Уилсби, дворянки по происхождению, вот, которая была матерью главного героя. Mm-hmm. И потом я захотела спеть еще одну песню, которая была написана для этого фильма. Она называется «Неразделенная любовь», потом еще, еще. И, в общем, как я докатилась до жизни такой, этих песен накопилось на диск, который вышел 2 года назад. Mm-hmm, mm-hmm. Это песни исключительно Олега Митяева. Если кто-то не в курсе, почему я пользуюсь семейным и служебным положением, Олег мой муж, поэтому я пою его песни, и мне ничего за это не будет. Я, конечно, с удовольствием, я обожаю вообще авторскую песню, и что уж тут говорить, да, на минуточку, вам, Татьяна Висбор. Вот. И я жду тебя на концерте, между прочим, хотя бы на 85-летие придешь. С удовольствием. Через год. С удовольствием. Может быть, осмелюсь когда-нибудь спеть. Ладно, ладно. Да. Так, значит, смотри, я вот еще что понять. У тебя такая, действительно, Уилсби, у тебя такая внешность дворянская. Все твои роли говорят о твоей какой-то природной, значит, голубой крови. Но ты девочка из Омска. Да. Ты девочка, которая родилась и жила в однокомнатном бараке. Для меня, кстати, это было каким-то, в общем, потрясением, да, с отапливаемой дровяной печкой. Да, да, и туалет далеко-далеко. Нам казалось, что это мы плохо живем, понимаешь, в коммуналках там действительно, где было. Нет, ну это был дом, так, ну как, деревянный дом, двухэтажный. Поэтому там было много квартир, было много соседей, и что если мама с папой, они уходили на работу, меня было на кого оставить. Uh-huh. Да, вот так, и я помню... Ну, может быть, из-за этого у тебя была какая-то цель, мечта, вот как-то вырваться, выйти в сказку? В сказку, конечно, я мечтала, больше всего, почему я пошла в артистки, потому что я мечтала носить платье с кринолином. Ну, понятно. Моя мечта сбылась, когда я поступила в театр Вахтангова на службу, и одна из первых ролей — это была Абигаль в «Стакане воды». Ой, прелесть. И там сбылась моя мечта. Ходила в таких шикарных платьях с кринолином. Партнерами и партнершами у меня были на минуточку такие великие артисты, как Юрий Яковлев, Юрий Волынцев, Людмила Максакова, Юлия Борисова и Максим Суханов. Вот, ну, которым Сухановым ты до сих пор на сцене такое вытворяешь. Мы смотрели совсем недавно, да. Женю Буфигаро. Сейчас у нас скоро будет реклама, так что если есть что «но» сказать, то быстро скажи, потому что у нас должна песня прозвучать «Жестокая танго» тоже. Хорошо. С этого просто диска. На минуточку. Бабушка моя, прабабушка вернее, у нее фамилия была Царева Дарья Титовна. Угу. И мой художественный руководитель Евгений Рубенович Симонов, короче, он сказал, что, видимо, декабристы, проезжая в ссылку, согрешили с твоей прабабушкой. Азия. Год 45-й, война. В прошлом недавнем гимназия. Но как повзрослела она. Девочка эта из Англии, внучка княжны и посла. Сделала все, как в Евангелии, и офицера спасла. Вывезла будто умершего в Индию борт отпросив, через начальника СМЕРШего и дальше в Бенгальский залив. Мнилась ему эвтаназия, но не сдавалась она. И Юго-Восточная Азия, и чья-то чужая страна. За 4 года, как в кружке спирт разлитых, не изменилась мода. На френч и галифе поет без подзавода. С пластинки Марлен Дитрих для выпившего сброда. На берегу в кафе. Коммуналка с Татьяной Висбор. Холодное и круглое, как слово, далеко. Сорвется с ветки яблоко и стукнется легко. Как лодка деревянная в причал сырой ночи. Молчит.
найдете, и окажется, совсем не яблоко катилось по траве, что в этот раз все наяву, и вам не кажется все то, что вы давно придумали себе. Единственный в галактике желанный поздний гость стоит в саду под яблоней, и плащ его, и трость. И снова повторяется тот спор, случайный спор, о чем не помню до сих пор. Но все казалось вам и скучным, и медлительным, и вы сбежали мимо мглы осенних вод. Ах, как свободны были вы и восхитительны, и очень жаль. Марина Есипенко у нас в студии, и я еще раз хочу повторить, что у нас все песни практически в таком усеченном состоянии. Но те, кто хочет, во-первых, Марину увидеть, а тут есть на что посмотреть, уверяю вас. Кстати, у нас, по-моему, рабочий канал идет в Ютубе, можете включить и убедиться. И полюбоваться. Да, и полюбоваться. Приходите, дорогие зрители, 12-го, слушатели и зрители тоже, 12 ноября в арт-кафе Театра Вахтангова в 20:00. Там вы все песенки услышите от начала до конца. И не только песни, но также прозвучит прекрасная поэзия Беллы Ахмадулиной, Александра Пушкина и еще. И других поэтов. И других авторов. Угу, других авторов. Смотри, ты, значит, закончила в 87-м году Щукинское училище. Да, вот сейчас совсем недавно было, сколько лет? Вот, я вот абсолютно, 23 октября, день рождения нашего училища. И мне страшно, потому что 30 лет прошло со дня окончания училища мною. Это вообще, когда мне сказали, что такое произойдет, и оно все-таки произошло. Слушай, ну собирается народ с удовольствием, потому что некоторые сдуваются, конечно. Мы вот собирались МГУшным нашим курсом, и очень хороший курс, но всех уже заели, уже кого внуки, кого дети, кого кто, там работа, жизнь какая-то еще. Ну, собираются, и какой-то год 47-й, по-моему, это когда... Или 57, я не помню, Василий Семенович Лановой. Да. Да, и он, правда, они вдвоем были только с курса. Поэтому, конечно, на 40 лет неизвестно, соберемся мы или нет. Нет, ну мы про это вообще не думаем. Нет. Я имею в виду просто, ну, выпускники с удовольствием. С удовольствием. И надо сказать, что моя дочь, вернее, наша совместная дочь с Олегом Дарья, она пока не решается, куда поступить, потому что она только закончила школу. И когда она пришла на этот вечер, она сказала: «Мама, я теперь поняла, что такое щука. Я буду поступать. И я хочу». И это, на нее произвело это такое глубокое впечатление, что посмотрим. А теперь я хочу, чтобы у нас зазвучала музыка, и мы на этой музыке будем говорить, потому что речь пойдет о твоей самой, я не знаю, ты вообще вытягиваешь по жизни счастливые билеты. Это вот для меня это абсолютно однозначно. Я надеюсь, что это и продолжится дальше. Потому что к тебе можно обращаться. Ваше высочество, ваше величество, ваше сиятельство, да, и так далее. Ты в театре переиграла, бог знает, сколько там королев, принцесс, даже в частности, принцессу Турандот. Ведь это, знаешь, вот принцессу Турандот получить в театре имени Вахтангова, это как минимум золотая пальмовая ветвь, а то и номинироваться на Оскар, понимаешь? Да. Вот это где-то так сравнить. Как это все произошло? Какие тебе советы давала, значит... Ты Мансурову, кстати, застала или нет? Нет, Мансурову уже нет. Юлия Борисова? Да. Ты знаешь, мужчины! Это действительно большой подарок судьбы, Бога. В общем... Это произошло, когда я поступила в театр, к художественным руководителем которого в ту пору стал Михаил Александрович Ульянов. И та Турандот, которая была вторая версия, то есть была первая версия, как, если кто-то не знает, то это Вахтангов с Мансуровой. Потом был Рубен Николаевич Симонов с Юлией Борисовой. И я
Гарри Черняховский. Это, как я себя шутливо называю, «Принцесса Турандот» в третьем поколении. Было третье возобновление этого легендарного спектакля со мной в главной роли. И вот как-то и театр, и художественное руководство, и художественный совет, который тогда еще имел вес и слово, как-то я должна им сказать спасибо, что они доверили это полковое знамя нашего театра. Хочу сказать, что когда ты нас пригласил, дети мои еще были крайне юны тогда, да. Юре вообще было 10 лет, Варе 12, но уверяю тебя, что когда предстояло выбрать, в какой вуз она конкретно пойдет и отдавать документы, она выбрала Щукинское училище, уверяю тебя, что это еще и благодаря тебе, потому что мы когда-то пришли на «Принцессу Турандот». Это, понимаешь, это просто попадание в десятку всегда, где ты, конечно, блистала. Как это трогательно, спасибо большое. Я такие слова произношу, знаешь, потом я думаю, эти слова как-то, знаешь, замылились все, вот, замылились, какой-то пафос идет, да? С другой стороны, ну, когда ты говоришь правду, мне кажется, что в это стоит все-таки поверить и прислушаться. Смотри, мы сейчас послушаем песню, да, которая называется «Песня для старшей дочери». Да. Вот если тебе есть что перед ней сказать, ты скажи, если нет, то мы ее просто послушаем. Я перед этой песней обычно читаю целое стихотворение, но сейчас хочу только четверостишье. Хорошо. Поскольку эта песня, как я ее посвящаю в своем концерте, который состоится 12 ноября в театре Вахтангова в арт-кафе, посвящаю своей единственной, а поэтому старшей дочери. Хотя песня была написана очень давно Олегом. Ну, может быть, он предчувствовал. И вот я читаю такой стих. «Всегда быть не хитрей, чем дети, не злей, чем дерево в саду, благословляя жизнь на свете, заботливей, чем жизнь свою». Я тебе хочу сказать, что у нас есть еще некоторое время, и ты можешь вполне себе позволить дочитать это до конца. Или как? Или а это... я прочитала как раз финальное четверостишье. Хорошо, скажи мне тогда, сейчас мы вспомним, что с Олегом вы же постоянно ведете «Светлое прошлое», церемонию, фестиваль в Челябинской области. Награждение, где народная, он и родился. Народная премия, да, «Светлое прошлое», которую присуждает народ, обсуждая в... Но в соцсетях сейчас или где это? Да, в соцсетях, они пишут на сайт, они предлагают кандидатуры, они голосуют. В общем, народ выбирает своих обожаемых кумиров, скажем так. А их немало. Родилась Челябинская земля. А сейчас, наконец, вспомнив четверостишие, песня для старшей дочери. Завтрашним днем будет блекнуть большая луна. Будешь ты у костра любоваться огнем, ни невеста еще, ни жена. И себя еще будет нисколько не жаль, да и рано о чем-то жалеть. И еще не коснулась земная печаль этих худеньких девичьих плеч. Будет падать на ели обильным дождем невесомый густой звездопад. Будешь ты горячо говорить ни о чем, ни в попад, ни в попад, ни в попад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь, и смешным будет чей-то совет. Будет так, как захочет упрямо душа, и молвы осужденье и стыд. И захочется в город далекий сбежать и спалить все листы и мосты. По загару плеча будет локон стекать в пляске бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крышу снега и пурга колыбельную петь. Будут в окна заглядывать смех и беда, будут санки по снегу скрипеть. Станут речи мудрей, а улыбка скупа, и слабей новогодний дурман. Будет девушку сын твой домой провожать сквозь неоновых улиц туман. Будешь ждать, будешь долго в окошко смотреть, и уже не уснусь до утра. Thank you.
Татьяной Висбор. Дует ветер, дует месяц, дует два, дует год. Только боль он не остудит, эта боль не пройдет. Может, время залижет ее, как река, но пока мне без вас жить не стоит. Может, время залижет ее, как река, но пока мне без вас жить не стоит. Разлучили, как детей нас развели. Марина Есипенко у нас в студии, и, Марина, эта песня всегда посвящена. Не будем гадать, кому. Конечно, в концерте... Ощущение, что у нас Олег на эфире вообще-то. Олег, выходи. Эту песню я посвящаю всегда именно Олегу, потому что, да, хотя эта песня была написана давно, ну, можно светить всем обычным, я говорю, всем мужчинам, сидящим в этом зале, друзьям, любимым, детям. Я еще раз повторю, что арт-кафе театра Вахтангова 12 ноября, 13 декабря, 5 января. Марина вас ждет. Начало в 20 часов. Все вы это, значит, увидите и услышите в замечательном виде. Я хочу спросить, Марин, вот что, какие, во-первых, когда мы тебя увидим на экране, ну, потому что есть, наверное, какие-то наработки, в каком, там, допустим, сериале или что у тебя в последнее время съемки. Ой, я с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие радиослушатели, что мне выпало такое счастье сняться, и вот еще буду сниматься в конце января и феврале, несколько съемочных дней, в таком сериале, как «Сваты», который называется. Ну, конечно, популярнейший. Это просто «Сваты 7», это называется, поскольку седьмая часть. Это просто потрясающие партнеры и режиссер, и вообще, как это написано, это удивительно, и будет опять весело и трогательно. Там, кстати, Олег снимался, и ты же написал песню, потому что режиссер этого фильма очень большой поклонник Олега. И поэтому, ну, это такая группа потрясающая, такие партнеры потрясающие. Я просто думаю, что вы испытываете просто великий кайф от того, что вы общаетесь друг с другом, придумываете шутки. Да, там же замечательные актеры, которые еще и придумники. Да. То есть вот генерируют какие-то идеи. Петя Добронов, Люся Артемьева, такое... Таня Кравченко, Коля Добрынин. Ну, это вообще, они придумывают на ходу. И режиссер, к счастью, к большому, Андрей Яковлев, он это понимает, и поскольку сам является и автором сценария, и режиссером, он тут же это все подхватывает, они это все прекрасно преподносят. Ну, это хохот стоял на съемочной площадке. Конечно. Я представляю, просто, дай бог, я чтобы, понимаю, да, дай бог, чтобы зрители так же хохотали, как хохотали мы, когда снимались. Ну, я просто в это верю, знаю, и, в общем, сама иногда подсаживаюсь и подсматриваю этот сериал. А буду играть, ой, это вообще семейный наш любимый сериал, который мы все втроем садимся и смотрим всей семьей, потому что у каждого есть свои какие-то вкусовые пристрастия. А чтобы раскрыть, как бы приоткрыть завесу, я буду играть маму Джека, за которого Женька, вот их любимая, в конце концов выходит замуж, внучка их любимая. А сейчас мы послушаем песню «Ах, не будите желаний во мне». Да. Ах, не будите желаний во мне, все это так опрометчиво. Я уже ангелам и сатане все отдала, больше нечего. Вы меня бросите в этом огне, и жизнь пролетит.
желаний во мне. Это опасно и глупо. Ну что вы можете сказать еще, когда такой над озером закат? И если жизнь разбитую не брать в расчет, никто ни в чем тогда не будет виноват. Ах, не будите желаний во мне, хватит недоразумений нам. В жизни ошибок довольно вполне, чтоб отдаваться волнениям. С этой минуты забудьте меня и не смотрите уныло. Пусть в этой прозе вчерашнего дня все остается, как было. Ну что вы можете сказать еще, когда такой над озером закат? И если жизнь разбитую не брать в расчет, никто ни в чем тогда не будет виноват. Марина Есипенко еще совсем немного будет в нашей студии, о чем я сожалею. Марина, скажи, вот что желает Марина Есипенко для себя, может пожелать? Ну, понятно, что кроме здоровья, дети, там все понятно, понятно, понятно. Какие роли, может быть, что-то, что-то есть? Вот какое желание в тебе вот сейчас, творческое я имею в виду? Конечно, я хочу пожелать себе и всем артистам побольше работы, хорошей, качественной. Конкретных каких-то задач я перед собой не ставлю. Кстати, сейчас вот я впервые в жизни репетирую, ну не впервые, не в театре Вахтангова. Я репетирую такую пьесу «Пять звезд» с прекрасными партнерами Еленой Яковлевой, Олей Филипповой. Девчонок молодых пока не выучила фамилии. В общем, такая пьеса Натальи, забыла фамилию. В общем, будет у меня такой опыт, надеюсь, положительный. Вот, репетируем сейчас, мы его выпускаем в декабре тоже. И, конечно, съемки качественные, хорошие, потому что я вот расстроилась, недавно посмотрела фильм, о котором очень много говорили, про который много писали, и реклама шла бесконечно. А выхлоп-то, да? Мне как-то было, ну, стыдно, что, ну, печально. Четверостишие, я тебя Четверостишие. Жду. Я хотела бы нашему слушателю, зрителю посвятить вот эти стихи Беллы Ахмадулиной. «Погибну без вашей любови, погибну больней и скорей. Коль вслушаюсь в ваши ладони, сочту их заслугой своей». Приходите 12 ноября. И не только, а я добавлю от себя, что кроме 12 ноября, еще 13 декабря, еще 5 января, и это на самом деле не предел, потому что вы заходите на сайт, смотрите в Ютубе. Кстати, я говорю, все песни, которые прозвучат, они потрясающие, очень красивые. И спета Марина вот классическим актерское пение. Это актерская песня, это да, безусловно. Да, замечательно. Вокальные данные у меня никакие. А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам совет от Марины Есипенко. Налейте бокалы, содвиньте их разом, и будет вам да здравствует муза. А что, в воскресенье вечером в хорошей компании сам Пушкин велел: мир коммуналка, люди со соседи, живите дружно. Глаз, раздайтесь, вокальные припевы. Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте на звонкое дно, в густое вино, в заветные кольца бросайте. Что смолкнуло веселье глаз, раздайтесь вокальные припевы. Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте на звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте. Стаканы с
Содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты солнце святое гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да скроется тьма. Коммуналка с Татьяной Висбор.